Сегодня мы присутствуем на открытии фитнес-центра «Нефть». Видите, народ идет и идет, продолжает подходить. Судя по всему, это будет одно из самых популярных мест в Черниковке. Здравствуйте, девочки. Какие милые девочки. Спасибо. Видите, футбольный клуб «Уфа» постарался. Народу нравится. Я смотрю, даже администратор нашей команды заинтересовался. Да, Артем Александрович? Что? Подкачаться вам надо, нет, Артем Александрович. Нет, зачем? Я же не действующий спортсмен. Но, тем не менее, мастеров спорта бывших не бывает. А так, для себя, так мы скоро футбол начнем. Какие инструкторы. На самом деле все достаточно круто. Ну, по крайней мере, по меркам Уфы. ОБСТ. Мое любимое телевидение. Рядом с очень крутым инструктором. Мне здесь понравился персонал, как все расположено, тренажеры, расположение. А есть что не понравилось? Все хорошее. Да. Будешь сюда ходить? Да. А у тебя уже есть любимый тренажер? Да. Какой? Беговая дорожка.